Привет, привет, ребята, с вами Талига, и я думаю, каждый из вас задавался вопросом таким, где взять музыку без авторских прав для ваших роликов. Ставить, например, фоновую музыку, чтобы зрителям было приятно смотреть. И, в общем-то, да. Сейчас я вам предоставлю 4 канала с музыкой без авторских прав, с которых вы сможете скачать из видео звуковую дорожку MP3. Вот. Первый канал — это Hit Herms. Тут не так уж и много этих видеороликов с музыки без авторских прав. Но она спокойная, в принципе, для фона как раз. Мне, наверное, нравится. Далее идет No Copyright Sounds канал. Тут побольше этих, скажу, побольше этих музыки, песен. И, в общем-то, да, но тут дабстепчик в основном. Это на любителя. Дальше Тобу. Не знаю, как читается правильно, но тут достаточно. Мне очень нравится вот этот канал. Тут тоже не так уж и много этих песен без авторских прав. Но, в принципе, нормально. Мне нравится. Тут для каждой тематики канала подойдет песни. Далее Galaxy Music. Тут вообще много этих песен. Вот смотрите. За 2 месяца, вот смотрите, сколько они добавили. Нажимаем еще, и тут видим за 5 месяцев, вы смотрите. Ну, тут тоже для любителя, тут бывает и дабстепчик, и спокойно это для фона как раз. И как же, например, вы выбрали подходящую вам музыку, и как же скачать ее? Выбираем видео, например. Ну, допустим, давайте вот эту. Нажимаем правой кнопкой, Tobu Candyland. Правой кнопкой по нему, и копировать ссылку. Далее идем на сайт youtube-mp3.org, и тут нам надо вставить ссылочку. Вставляем, нажимаем конверт видео, и тут нажимаем download. Давайте я нажму, и как видите, все у нас, надо подтвердить скачивание, но я не буду скачивать, так как мне эта песня не нужна, она у меня уже есть. И, в общем-то, да, так можно проделывать с каждым видеороликом. На этом все. Пока что я вам привел 4 канала. Я не хотел больше приводить, так как это будет займет очень много времени. А таких видеороликов будет побольше. Да, и, в общем-то, все. Я надеюсь, вам помог. Всем пока.